Как снизить риск заражения коронавирусной инфекцией? Советов сейчас множество. Работающим людям некоторые выполнять довольно сложно или невозможно в принципе. Например, самоизолироваться. А вот ряд рекомендаций должен стать нормой и выполняться автоматически. Речь об использовании антисептиков, мытье рук, использовании маски при симптомах абсолютно любых вирусных заболеваний. Марина Джалая пообщалась с эпидемиологом, чтобы еще раз напомнить каждому жителю Гомельской области о простых правилах гигиены. Вот честно ответьте, что вы делаете, чтобы снизить риск заболеть? Тщательно моете руки, носите в кармане антисептик, не забывайте надеть маску. Да, кто-то скажет, что она не защитит от вируса, но зато у вас будет меньше шансов коснуться рта и носа. И это уже профилактика. Ольга Тульженкова работает в Гомельском городском центре гигиены и эпидемиологии. Она точно знает, как выполнять наши повседневные обязанности более безопасно. Руки обрабатываются со всех сторон, не забывая про межпальцевые промежутки. И про большой палец. Таким образом, до полного впитывания антисептика. Затем после обработки рук мы надеваем маску. Маску за внутреннюю поверхность желательно не брать. Мы берем за наружную поверхность и петельками одеваем на уши. Поправляем. Здесь есть специальная такая пружинка, которая обеспечивает плотное прилегание. Одеваем маску так, и в таком виде мы можем маской пользоваться в течение 2 часов. После этого ее необходимо заменить. Снять таким же образом и утилизировать путем упаковки хотя бы в пластиковый пакет, и можно утилизировать как бытовой отход. А марлевую маску можно носить дольше, да? Марлевые маски желательно тоже ориентироваться все-таки на 2 часа, чтобы не было никакой путаницы. Маску носим 2 часа. Лучше не ходить в магазин, когда это возможно, запасаться на длительное время или пользоваться доставкой на дом. Если срочно, идти в магазин в часы, когда народу мало, и лучше в большой. Там легче держать дистанцию между покупателями. И вот еще один совет. Одним из способов обеспечить максимальную дистанцию между людьми в магазине – это использовать тележку вместо корзины. Даже не ориентироваться на количество продуктов, которые нужно приобрести. Потому что, как мы видим, ее размер автоматически нас отдаляет от всех людей, которые находятся вокруг. И это тоже является способом защиты от различных инфекционных заболеваний, которые при близком контакте могут передаваться. Заглядываем в аптеку. Покупателей не так много, да и приходят в основном за масками и антисептиками. Маски в продаже 4-слойные, марлевые. Также доступны дезинфицирующие средства для обработки рук и поверхностей. Вот есть средства септомилин, лироцептин, сорбиксидин. Скажите, пожалуйста, люди вот активно спрашивают, пользуются, покупают? Покупают, да. Ну, без паники. Угу. Все в пределах угу. Разумного. То есть вы стараетесь, чтобы перебоя в аптеке не было, да? Да, поставки у нас регулярные. Количество, в принципе, нареканий нету. И не забывайте о гаджетах, в смысле об их дезинфекции. Это нужно делать как можно чаще. А большой сюжет о простой профилактике коронавирусной инфекции можно посмотреть в программе «Новости недели» на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в воскресенье. Марина Джалова, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель».